мы привыкли слушать мнение умных экспертов и профессиональных комментаторов. Но почему-то все забыли то, что именно устами младенца глаголит истина. Давайте узнаем мнение наших самых маленьких, но не менее значимых болельщиков. Шайбу скидывают во время. Вот. Ворота забивает гол. 1-0. Кому забили, тот выигрывает. Кому больше забили. Просто кидают клюшку. Шашку. Начинают играть. А чем играют? Клюшкой еще что? Шашкой. Просто они обнимаются, когда выиграют. Обнимаются? Да. Давай тоже обнимемся с тобой. Арсений, а как ты думаешь, с какой скоростью шайба летит в ворота? Думаю, где-то около 30 км в час. А из чего сделана шайба? Из резины. Из металла. Металла? Наверное. Думаешь? Наверное, думаю. А не слишком больно будет хоккеисту, если... Нет, не металла, а камень. Из железа. Из пластика. А вам кто больше нравится, девочки, которые танцуют или которые на льду катаются? А тебе? Мне, который на скалёпке играет. Пойдём посмотрим. Рыба. Они пьют. Пьют? Ну, каша там, суп. Вода. А что бы ты нарисовал на своем шлеме, если бы был вратарем? Скелета. А сколько всего хоккеистов играют во время матча на льду? Много. Но я не считала. 30. 30? Да. Прям все сразу играют, наверное. Ну, не все, но сначала шестерка играет. Скажи, какой тактики нам нужно сегодня придерживаться, чтобы победить? Чтобы кричать салават, зеленый, сильный, самый сильный, чтобы они выигрывали. Какая у тебя любимая команда? Салават. Привет! Приходите на хоккей!